Каким образом, дядя Слава, как ты думаешь, мне тут пишут, ребята, ты считаешь, ты подхватил рак желудка? Расскажи, пожалуйста, свое мнение. Открываю тайну, не секрет. Каждое утро, вставая по утрам, выпив кашку овсяную, да, выпив йогурт, я выходил на спортивную площадку, где, в принципе, занимался на турнике спортом, попивая кофе и сигареты аж, извините меня, ребятки, с часа дня где-то до 17, до 18.00. И это было каждый день. Причем между подходами к турнику я все время курил. Восстанавливал так дыхание даже. Сейчас, когда я попробовал покурить, после всего того, что случилось, меня прям сразу вывернуло. То есть организм прям вот никотин никак не пускает к себе в организм. Я к чему говорю, ребятки, что вот таким образом, я думаю, я пришел к раку. Сигареты, кофе, натощак и неправильное питание. Всем привет. Меня очень часто многие подписчики спрашивают в комментариях. Дядя Слава, как тебе с твоим диагнозом, с тяжелым заболеванием удается все время быть на позитиве и счастливым? Давайте рассмотрим эту ситуацию. Ну вот смотрите, каждый из нас все время почему-то выстраивает свое счастье, связывается с какими-то достижениями. Ну, например, построю дом, и будет мне счастье. Сработаю много денег, и наконец-то стану счастливым. Куплю машину, и счастливее меня на этом свете человека не будет. Но каждый из вас, прекрасно достигая тот или иной результат, четко понимает, что это обманка. Очень важно понимать, друзья, что счастье – это состояние души. Счастье невозможно без позитива. Если вы действительно воистину хотите быть счастливым, то будьте и относитесь ко всему с позитивом. Потому что любой результат, который вы достигаете, имеет счастливые моменты, какой-то короткий промежуток времени. За этим следует еще одно четкое понимание, что теперь надо еще выстраивать какую-то цель для того, чтобы стать счастливым. И каждый раз, идя по жизни, достигая ту или иную цель, вы вдруг ловите себя на мысли, что цель достигнута, а счастья как не было или нет. Поэтому, ребятки, позитивное отношение к жизни всегда вас будет держать на фундаменте именно счастливого человека. Так что не устраивайте перед собой барьеры, идите по жизни с позитивом, и будет вам счастье. Всем добра.